сторона Украины. Почему не учитываются интересы восточной, юго-восточной Украины? Почему? Это не сепаратизм. Я как избиратель спрашиваю у вас, и, пожалуйста, дайте мне ответ на мой вопрос. Ребята, теперь еще вот какой вопрос. Давайте поддержим самооборону Крыма. Давайте поддержим Севастополь. Давайте поедем туда и окажем помощь нашему русскому народу. Крым всегда был русским. Крым останется за русским. Прошу юристов разработать, взять все законы поднять. Что нужно сделать, чтобы образовать федерацию? Мы не хотим жить в такой Украине. Мы не хотим жить с правым сектором. Мы не хотим жить с националистами. Порубия, министр РНБО, националист. Куда он может привести восточную Украину? У меня сестра живет на западной Украине. Она мне каждый день звонит и говорит: ты будешь говорить на украинском языке? Если ты не будешь, ты поедешь жить в Россию. Люди, молодежь, активную позицию занимайте. Это Донбасс, продажные СМИ, Пятый канал, ICTV, 24-й Ньюс. Почему освещают так?